Всем привет! С вами енот, всех лапой бьет, и сегодня мы играем за огромного здорового медведя, который очень-очень недоволен вот этой вот огромной проложенной трубой у него рядом с берлогой, и поэтому он идет мстить людям. И уж поверьте мне, медведю есть за что мстить людям. Как люди его только не называли. Эх, был бы это не детский канал, я бы вам сказал, как они его только не называли, но не скажу. Но поверьте, померьте мне, как опытному еноту, что медведю есть за что творить свою мстю. Поэтому сейчас мы направляемся прямо в город людей, для того, чтобы начать разрушать своими лапищами все, что можно. Сейчас пока что еще лап не видно, но вот-вот, когда мы достигнем города, их начнет... они покажутся, и мы начнем свое апокалиптическое действо. Вот мы... О, да, мы попали в радиоактивную жижу! И теперь, видите, вот они наши когти, мы стали огромными, большими, сильными, и еще мы можем летать. Ну это так, а нет, или мы ходим, это мы такие огромные, как будто летаем, да? Такое ощущение. Вот они наши лапы, видите, лапы, кстати сказать, это наши перки, которые мы можем открывать, мутации, так скажем. Ну, привет, привет, человек, я большой медведь. Да, теперь ты понял, что плохо охотиться на медведей. Нет, еще не понял. Ну тогда вот тебе, вот на, все. Вот теперь ты понял, я тебя очень-очень хорошо погладил. Ох, заправки, кому нужны заправки? Медведям не нужны заправки, а значит никому не нужны заправки. Ну, правда, правда. О, как тут все разрушается, классно, вы посмотрите, прям все можно разрушить. Так, ой, какой милый, прекрасный домик. Ломать, сарай ломать, все ломать. Машину ломать, коттедж ломать. Посевы есть, да. Все, поели. Трактор ломать. Трактор, зачем нужен трактор? Не нужен трактор. Он трахтит и мешает спать в спячке. Не нужен никому этот трактор. Где-то я там слышал какие-то... О, вы думаете, что купили на задворках себе коттеджи, так и все, и ничего, а вот и все, вот пришел медведь, и все, и зря вы копили на этот коттедж. Люди дорогие, вот нефиг плохо Мишку-то называть. Никогда не называйте плохо Мишку плохими словами, потому что он может попасть в радиоактивные отходы и прийти и сломать ваш дом. Вот. Запомните это раз и навсегда. Так, пока что мы еще ничего не можем открыть. Наверное, нужно больше разрушать для того, чтобы... Да, для того, чтобы у нас открылись наши новые способности. Вот. Так. Ну. Да, деревья. Я, конечно, люблю деревья, но вот эти деревья не люблю. Они растут у людей, поэтому нет. Вот мы их вот так вот гладим. Типа гладим. С корнем прям вырываем. Ну ладно, деревья-то, по правде говоря, ни при чем здесь. Так что лучше сосредоточиться на людях. На людях и их тупых строениях. Кому нужны тупые строения? Вот берлога самая лучшая. Она... А вот, о, трейлер. Люблю трейлеры. Да. Люблю ломать трейлеры. О, какое большое здание. Ты будешь моим первым большим зданием, которое я сломаю. Бам! Ох, прям одним ударом. Да я каратист. Я получше, чем этот. Жан-Клод Ван Дам. О, людишки, давайте я вам поглажу вас, мои хорошие, да, вы любите гладить медведей оружием по башке, да, любите, вот, и я тоже люблю вас гладить, мои хорошие. О, это пасхальные яйца? Нет, это просто камни, да. Я думал, для меня подготовили пасхальные яйца, а это типа клумбы. О, да, мне нравится ломать именно большие дома. Кстати, эта игра совершенно... бесплатно, насколько я знаю, так что вы можете без проблем ее приобрести в стиме и идти крушить, ломать. Кто-то в меня где-то стреляет. Кто? Где этот маленький засранец, который возомнил себя богом, который может, понимаете ли, мешать медвежонку все ломать? А, вот он ты, опять ты, слушай. Я тебя вроде, Джефф, мы вроде договорились, ты больше не будешь мне стрелять. Вот, молодец, сам успокоился. Я даже его не трогал. Я даже его, наверное, от страха немножко это перебздел. Ну, лучше перебздеть, чем недобздеть, правильно? Бум, все. Трейлеры, о, да, обожаю трейлеры. Ну, взрывайся, мне нравится, как ты взрываешь. Да, молодец. Хороший мальчик. Опа, как это я мог так оставить? Смотрите, оставил прекрасный дом. Нам еще ничего нельзя? Нет, еще ничего нельзя. О, привет, ну ты как-то, ну, остановился. Ты не понял, надо убегать, надо всегда бежать. Да. Как это я оставил вашу мини-забегаловку целой? Вот, у вас тут мусор, отходы, вы ничего не умеете, вы же ничего не закапываете, вы просто ставите коробки над мусором, и все. А ведь нужно все закапывать для того, чтобы действовать на природе, это было лучше, а вы ничего этого не делаете, так что вот, лежите отдыхать. Да, что-то я забыл про этот маленький поселочек.
ничего, что тут некоторые машины больше, чем ваши дома? Вы уже совсем зажрались, люди. Уже строите такие махины, которые с дом ростом. Вот, куда-то идет дорога. Здесь должен был быть, наверное, новый поселок. Ну, я думаю, люди уже перестанут думать, что им стоит вообще строиться в этом месте после нападения такого громадного медведя. Подожди. О, да, почесаться. Знаете, как любят мишки спину почесать. О, да. Все, почесались об дерево, все, отлично. Прекрасно, все сделали то, что нужно. Мишучные дела сделали, пойдем дальше делать разрушение. Ну, что? О, по-моему, мы нашли золотую жилу. Ну, конечно же, это огромный центр. Огромный торговый. Да, торговый центр. Вкусняшки. Надеюсь, тут было много меда. Ну, конечно же, как же без него-то. Go to next level. Да, с превеликим удовольствием. Я как-то тут уже все вроде как разгромил, уже не столь интересно. Поехали дальше. Да, конечно, поехали. Поехали на следующий уровень, посмотрим, что там. Уровней здесь много. Сразу же говорю, можно еще делать настройки вначале. Круто, у нас открылась мутация. Это здесь? Пока что непонятно. Ну ладно, пофигу. Мы и так, по-моему, неплохо спра... Что это такое? Сюрприз! Ну-ка нафиг, я понял. Это они уже от медведя. Вот смотрите, медведь большой не успел появиться. Они уже, смотри, что они тут поподелали. Уже капканы. Ну люди есть люди, конечно же. На них нападает большой радиоактивный медведь. Что они хотят сделать? Правильно. Убить бедного Мишку. Ну разве так можно? Дайте вы нормальному медведю большому радиоактивному первому в этом мире хорошенько повеселиться с вашими домами, жизнями и машинами, вот, супермаркетами и так далее. Что в этом плохого? Я лично не понимаю, что в этом плохого. Ну, играется Мишка, ну и что? Ну, с кем не бывает? Кто меня стреляет? Кто такие? Это вы такие? Ну, такие вот наглые вы. Хорошо пошло. Ой, подожди. Тут уже автоматчики какие-то появляются. Уже не только какие-то мелкие люди. А что такое? Что у меня? Почему у меня красный экран? Что это значит? У меня вроде как здоровья там много. Не знаю. А, может быть, это ярость накапливается. Вполне возможно, когда в меня стреляют, мишки, это не нравится. Медведям, в принципе, не нравится, когда в них стреляют. Запомните это, поэтому никогда такого не делайте. О, да, отлично, просто прекрасно, удивительно, как мы все это делаем. Технично, кто вот так из медведей еще так хорошо может все гладить здание, знаете? Так вот, хоп-хоп-хоп, погладили машинки. Ой, отлично. Кстати, народу как-то в этом городе маловато. Неужели все уже успели сбежать? Одни полицейские дурачки остались. Я бы на их месте уже сбежал куда подальше, чего же не делаю. Типа защищают мирных граждан. А эти мирные граждане сами во всем виноваты. Вы знали, что все еноты в тайне мечтают стать большими медведями? Да. Так что в этой игре воплощается моя мечта в жизни. Посмотрите, у меня даже лапы у медведя похожи на лапы енота. Так что, если поднапрячь фантазию, мы можем представить, что это я, енот, хожу здесь и громлю все. Хотя, если бы я был таким большим здоровым медведем, я бы, наверное, все же не громил людей. Как ни крути, я добрый енот. Так что да, я бы их подбирал и гладил. Очень аккуратненько гладил. Вот. Ну а сейчас я здоровый медведь, который рушит все вокруг. Вот. Отлично. Прям кайф. Если вам не достает разрушений в вашей жизни, то, пожалуйста, скачивайте эту игру. И наслаждайтесь. Она может показаться немножко однообразной, но на самом деле это не так, потому что когда вы еще начнете открывать различные способности, плюс на разных уровнях здесь нас ждут разные, все новые и новые препятствия, помимо всего прочего. Вот. Что хорошо, естественно. Какие фейерверки? Ну кто бы еще вот этим вот людям в этом маленьком городишке устроил такие фейерверки? Да они меня благодарить должны. Я уверен, что у них
день города проходит так себе, очень так себе. Скорее всего, какой-нибудь маленький-маленький фейерверчик запускается на 3-5 минут, и все. А я тут им вон целый день фейерверков устроил. Ну разве я не молодец? По-моему, я молодец. По-моему, меня еще должны подкормить, естественно. Я хоть что-нибудь, кстати, съел. Я тут что-то рушу, энергию трачу на них. А действительно, никто мне даже есть не приносит абсолютно ничего. Ну посмотрите, какая красота, ну, прекрасно ведь, просто замечательно. Ну, здравствуй, опять ты, Стив, уйди. Ну, отлично. Так, вроде мы здесь как-то закончили, да, более или менее. О, еще зеленая машинка осталась. Ну, вот здесь, вот, смотри-ка, тут еще сколько всего. Продолжаем наши действия. Иногда даже мы так быстро все ломаем, что иногда не видно, чем происходит. О, может двумя лапами сразу гляди. Ай, так это забавно, так это прикольно. Ну я думаю, что людям, конечно, это не слишком прикольно, да. Согласен, так, уйди отсюда. Кстати, если бы еще можно было бы пинаться, это было бы еще круче, мне кажется. Это было бы даже интереснее. Вот. Но мы когда идем, да, мы когда идем, как бы. А, нет, ничего не происходит. Я думал, что у нас все же есть лапы, и мы можем. Так, мы что-то можем вообще сделать, нет? Пока что нет. Пока что нам ничего не открылось из наших способностей. Как-то почему-то. Вот. Ой! Кто там? Кто там? Ну кто? Ну что ты? Ну что тебе не имется? Иди домой к жене. Все, спи. Уложил спать. Людей я чисто укладываю спать, чтобы они отоспались хорошенько. Прекрасно! Прекрасно, замечательно, удивительно. Вот, хорошо. Ой, да что ж, случайно захожу в это все дело. Ну-с, люди, как вы? Как вы? Я думаю, вы в восторге. Я лично в восторге от всех своих действий. Да? Да. Не знаю, как вы, а мне кажется, это круто. Это, по-моему, изумительно. О, в лесочке. Ну вот кто понаставил этих всех свистоперделок? Ну, уйди отсюда. Ты мне абсолютно не интересно. Да. Много всего понаставили, ну знаете, мне как-то абсолютно все равно. Посмотрите, они даже мне почти ничего не наносят. Зачем их ставить? Не понимаю. А если человек рядом будет проходить? Это же ужас. Зачем такое ставить? Человек может тебя повредить. Не надо такое ставить. Разве что от большого злого медведя, который может разгромить всех. Это уж не так уж и плохо, как мне кажется. Так, где еще? Кого еще? Что еще? Что еще творить-то? Не вижу. Не вижу, с кем можно еще взаимодействовать здесь. Вижу туннели, но зачем нам туннели? Туннели нам ни к чему абсолютно. Какие-то, да, деревца. Ну что ж, по-моему, мы. Опа, что это там светится? Пойдем посмотрим еще напоследок, что это такое. Что это есть? Может быть, это какой-то навык? Возможно. И некая мута. Да. Нужно 3 таких, ну я понял, да. Нужно 3 таких собрать. А вон, смотри, наверху. Наверху есть, вижу. И таким образом, если мы это сделаем, то мы сможем мутировать. Мутировать и сделать себе какую-то суперспособность. Некую, чтобы еще более эффективно взаимодействовать с этими прекрасными маленькими людишками. Да, да, мои хорошие. Именно с вами, про вас я и говорю. А вверху, видите, справа, вверху есть счетчик нанесенного ущерба, так скажем. Сколько мы смогли нанести ущерба? Ну, кстати, я тут как-то больше не вижу особо. То есть, да, вот осталось пару машин. Может быть, там наверх еще стоит сходить, конечно. Если бы наш медведь еще умел как-то побыстрее... дома, забыл. Маленькие дома, они такие маленькие, неприметные, что их даже я и не заметил с первого раза. Будка нафиг. Не люблю будки. Кто любит будки? Никто не любит будки. Может быть туда наверх есть смысл, конечно, пойти. Возможно, сейчас прогуляемся, посмотрим. Так, ну а так все как-то пустынно сразу становится, скучно. То есть пока есть что ломать, очень интересно. Когда только заканчивается что ломать, ну как бы вот ты идешь и идешь большим медведем. Да, в перевалочку, косолапеньким таким. О, вижу людей. И чего же вы там охраняете? Что ж там такое-то впереди? Раз вас тут бедных поставили-то. Охранять это все дело. Ну и что же здесь?
Что же мы откроем? Так, ну перестань. Ну чё ты, ну вот, господи, фигнёй какой-то занимаешься. Ну вот чё вы, ну чё, ну вот нравится вам что ли это делать? Ну, дайте Мишке развлечься. О, ну да, конечно, все отлично. Вот, пожалуйста, вот еще один. Прекрасно. А, вон еще, сейчас мы мутируем. Подожди, мы тогда, знаете, что сделаем? Сейчас сначала мы сейчас соберем для мутации, а потом уже разгромим все эти дома с помощью новой силы. Не знаю, какой сейчас посмотрим. Ну-ка. Оп. Отлично. И что мы можем? Супер клэп. Как джедай будем там. Бух, да? Это у нас что? А, это уже больше нужно. 5-6. Ну мы, собственно, сейчас... А, вот еще. Можно поджечь. И плазмой стрельнуть. В общем, можно либо силой телекинетической, либо поджечь, а пусть мир горит. Пусть мир горит. Кстати, а на что это нажать? Вот! Вот из своей пасти мы извергаем огонь! Огонь! Мы теперь еще как дракон, помимо всего прочего. Да! Все, энергия закончилась. Чтобы энергия опять восстанавливалась, нужно разрушать. Но она сама собой тоже как бы восстанавливается, так что особо вот такого. Гори, автобус. Гори! Я доволен всеми своими действиями, конечно. Итак, мы прошли и этот с вами уровень. И теперь мы еще научились. И главное, себя не поджечь, а то шкура-то у нас, наверное, все же может поджечь. Да ладно, я не могу. Да ну что? Вы что, заставите медведя все это обходить? Вот это вот я пришел, и вы оставите. Ну нет, я не буду так мучить своих подписчиков. Да, не буду. Итак, на этом, в принципе, все. Если вы хотите, в общем, расслабляться, то вот вам игра для разрушений. Прекрасно, выплескиваете всю свою энергию с помощью этого прекрасного медведя. Ну или, как мне нравится думать, енота. Да. Итак, все. Если вам понравилось, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, так я смогу понять, что вам нравится то, что я делаю. Всего вам самого лучшего, всего хорошего. С вами был Енот, всем лапой дает. Пока-пока!